то, что я пытаюсь как раз транслировать через этот проект, и через Практы, и через интенсив, то есть через все подкасты и посты. Дело все в том, что когда я взаимодействую с тем или иным человеком, неважно, не обязательно должен быть только голос, да, это может быть просто даже написанный комментарий или какой-то текст, то я сканирую излучение, звучание данного человека. И вот это звучание показывает сразу комплекс различных концепций, то есть парадигму человека в той или иной степени это сразу показывается. И где произошли уже какие-то заваливания или мощные обуславливания, или произошло какое-то уже необратимое такое засыпание, это тоже голос всегда показывает. Или по-другому показывает еще излучение человека. То есть то, как человек подбирает слова, какие предложения он, да, пишет, все это очень показывает, ведь это же не случайно человек именно так пишет, да, или именно на этом делает акцент. А человек, он должен действительно взять ответственность на себя, за себя. Естественно, он должен разобраться, какой это себя, потому что в нем есть чистота себя образная, да, то есть я образный, я персонажный. И чистота себя – это неприходящесть, вот эта абсолютность себя, которая есть в человеке, но она не активирована, она латентна. И человек, к сожалению, пока он пребывает в самом себе образном, он считает, что это единственное, что существует. И даже когда человек пытается медитировать, путешествовать, читает умные книжки, не знаю, с кем-то взаимодействует, смотрит ролики, но он делает это все посредством своего персонажа. И лишь усугубляет свою персонажность. Почему? Потому что должна быть дистанция между собой и персонажем. Должно быть видение, что я рассматриваю, я мониторю, я наблюдаю, я в наблюдении за своим персонажем. Я чувствую этот люфт. Вот тогда появляется право управлением. Какие-то изменения возможны, но когда человек находится внутри, он сделать ничего не может. Я часто даже называю это принцип проруби. Да? Если, как говорится, кто-то тонет, то спасатель должен находиться на берегу. Но не стоит спасателю прыгать точно так же в прорубь, чтобы кого-то спасти. Тогда придется спасать двоих, ну, условно. И если это перенести вот этот формат на тематику «пути без пути», то человек должен сначала обнаружить вот это самое сакральное разотождествление. Где он образный? Где его персонаж? Где он настоящий? И самое главное, он не должен это обнаружить как мысль. Ага, есть я вот такой, и я такой. То, что человек просто подумал об этом, это ни о чем. Излюбленная моя фраза «думать о чае и пить чай» – это не одно и то же, да? Или смотреть на танцующего, да, танго, ты сам танцором не становишься. То есть между мыслью и самим присутствием, самой динамикой момента есть огромная разница. Очень важно, где человек находится. Он находится в сущностной чистоте или он находится в ментальной. Соответственно, то отражение, та координата и будет множиться в жизни человека. Очень важно при сканировании, естественно, обнаружить, вернее, я бы сказала так, стать обнаружением каких-то искажений или отклонений. В какой-то степени, знаешь, напоминает мне такую ситуацию, например, когда дирижер слушает, как звучит каждый конкретный инструмент в симфоническом оркестре, и он слышит, есть ли унисон, да, или есть диссонанс, кто-то фальшивит, да, кто-то играет не то, что нужно. Вот это слышание, оно также присутствует в человеке. И в частности, я хочу сказать, мне это очень помогает с точки зрения проводниковости, потому что каждый голос, каждая трансляция излучения человека показывает, есть ли у него синхронизация с собой настоящим, или она отсутствует, или вообще даже нет обнаружения настоящести себя, а человек полностью пребывает в образности и персонажности. Потому что неважно, какими умными, красивыми фразами человек пользуется и пытается себя, как говорится, подать. Важно, как он звучит. Вот в этом звучании всегда есть только два фрагмента, то есть два варианта. Либо есть настоящесть, либо есть ее отсутствие. Действительно, очень важно не просто человеку дать какой-то ответ, потому что чужой ответ, он не приживется. Важно
такой дать пример, так косвенно протранслировать что-то для человека, чтобы ответ у человека возник. Вот тогда это ценно, потому что когда ты навязываешь свой ответ, да, то это некое насилие. Человек входит в конфликт, то есть он начинает ежиться, он начинает защищаться. Но когда ты через пример вводишь в состояние, и у человека появляется ответ, происходит органика, происходит синхронность, синхронизация с этой частотой. И вот тогда происходит истинная трансформация.